Всем доброе утро! У нас сегодня 1 сентября. Здесь лежит мой Чиполлино маленький, серый. Хотя нет, не маленький. Он выделывается. А я хотела бы с вами поделиться в такой вот радостью. Вчера со мной связались, когда вот как раз, когда была на уколе, мне на почте написал молодой человек Александр и предложил посотрудничать с ними. И сделать добрые дела для, ну, то есть для благотворительности. Вот эта вот фирма Sisters Box и Sisters.com.ua, да, у них сайт есть, вот, кому интересно, можете зайти посмотреть. Они решили запустить такую вот коробочку красоты, вот то же самое, что бьюти-боксы. В принципе, это и есть бьюти-бокс, просто он нацелен на немножко другие цели. Они 40% от продаж каждой коробочки отдают на благотворительность благотворительный фонд деткам онкобольным, то есть деткам с онкологией. И мне очень понравилась эта идея. Я бы хотела, чтобы вы, может быть, поучаствовали вместе со мной. Я думаю, добро вернется нам втройне, и для деток вы получите красоту, такую вот нереальную. Вот с вами сейчас буду открывать. Красивая такая вот ниточка была, наклеечкой заклеенная. Вот. Коробочка тоже очень симпатичная. Можно будет здесь для вышивки. Кстати, я вот искала коробочку. Смотрите, какая она красивая внутри. Я так люблю вот такую вот всю мимимишность, да, нежность. Ух ты, сколько тут всего. Блин, как круто. Очень интересно получать всегда вот такие вот миниатюрки. Очень много продуктов маленьких, их успеваешь попробовать и понять, хочешь ты полноразмерный или нет. Так, первое, что здесь есть, это Ив Роше. Так, что это? Это у нас экспресс-средство для снятия макияжа с глаз. 60, 80 миллилитров или 60. Так. 50 миллилитров. Вот, классная штука, возить с собой. Я вот завтра в село еду на 2 дня, поэтому возьму с собой, обязательно буду пользоваться. Это двухфазное средство. И в Роше я обожаю просто, поэтому с удовольствием буду пользоваться. Дальше. Greenland, такой вот красивый, очень похож на Локситан, да, по-моему, такие вот металлические упаковочки есть. Это такая вот, вроде бы как из алюминия сделана. Это папайя-лимон, крем для тела. Тоже маленькая версия, 30 миллилитров. Тоже вот эти вот обалденные коробочки можно брать с собой в дорогу. То есть очень классно взял там на 2 дня, да, вот. Мне, кстати, вот Иришка прислала такой вот гель-крем для лица, интенсивное увлажнение, 24 часа. Вот точно такой же полноразмерный у меня есть. Поэтому, чтобы не возить с собой большую тубу, я бы взяла с удовольствием вот такую вот миниатюрку. Дальше. О, вот это наборчик, оказывается, смотрите. Body lotion и shower гель. Гель для душа и лосьон для тела. Так вот, я представляю, какой потрясающий у них аромат, поэтому класс вообще. Спасибо огромное за то, что ложите такую няшность и мимимишность. Вот, вот это вот меня тоже заинтересовало. Я зашла почитать, что там есть. Это, как я поняла, сыворотка какая-то для лица. 5 миллилитров. Коробочка очень красивая, тоже с дозатором даже, представляете? Можно будет переливать какое-то средство. Деклайр, да, по-моему, или деклиор, не знаю, деклар. Стресс-баланс. Да, это сыворотка. Миниатюрочка 5 миллилитров. Класс. Оформление просто потрясающее. Упаковочку я 100% не выброшу, а буду использовать. Дальше. Я так поняла, что это полноразмерный. 100 миллилитров. Да, тоже бутылочка обалденная с дозатором. Смотрите, помпа такая классная. Мистер Скраббер My Coco Oil. Это увлажняющий гель для тела с кокосовой олии, с кокосовым маслом. Класс вообще. Посмотрите, какая сама по себе структура, консистенция очень красивая. Вот, тоже баночка очень классная. Удобно, что не нужно руками туда лазить. И выдавил, сколько тебе надо. Гель для тела. Класс вообще.
Обалденные средства, пока довольна вообще всем. Просто, боже, как оно красиво все оформлено. Обязательно нужно фотографию в Инстаграм сделать. Дальше. Здесь идет очищающий гель для лица. Минерализирует и деликатно удаляет макияж и инши забруднения шкиры. И другие загрязнения кожи. На украинском. 50 мл тоже, я думаю, это полноразмерная версия полноразмерная. Cosmistic The Power of Beauty. Класс. Без парабенов. Прикольная штучка, тоже с удовольствием попробую. Очень-очень насыщенная такая вот коробочка. Дальше это коллагеновая маска. Тканевые маски я просто обожаю. Вообще сейчас маски для лица мой фаворит. Использую каждый день. Дальше это функция дерматологическая косметика. Это, по-моему, каталог. Да, это... Каталог Савита. Сатива. Сатива. Вот, класс, почитаю. Дальше, мистер Скрабер. Это та же фирма, что и вот этот вот гель. Тоже комплекс такой небольшой. Органический скраб для тела с кокосовой стружки. Класс вообще. Такая маленькая версия тоже классно. На несколько раз хватит, раз пять там точно. Дальше гуам. Я когда работала на косметике, я продавала гуам, очень дорогая и очень действенная косметика. Одно обертывание убирает до сантиметра жировой прослойки, поэтому в салонах очень востребована. Это, в принципе, салонная косметика, большими баночками продается, и обертывание очень эффективное, поэтому с удовольствием попробую. Правда, нужно перевести, для чего это и как-то использовать. И три маленьких средства тоже. Вот это вот фирма Сатива. Номер 15. Это крем для кожи вокруг глаз, восстанавливающий. Класс. После снятия макияжа. Обалдеть. Даже такое придумали. Крем-флюид для лица, увлажняющий, номер 29. Для всех типов кожи. Вот, тоже попробую. На несколько раз вот брошу в косметичку, пусть лежит. Вдруг не дома, где-то буду. Что все всегда с собой было. И биодерм. Вот такая вот миниатюрка, пробничек крема. Поэтому класс, вообще все так красиво. Блин, продукты обалденные вообще. Очень нравится. Спасибо огромное Александру за то, что предложили мне посотрудничать. Все, что касается благотворительности, я всегда за, потому что детки, они ни в чем сами себе помочь не могут, и только мы можем спасти им жизнь. Поэтому все, кто хочет, внизу будет ссылочка на акцию, ссылочка на сайт. Там две коробочки есть, это побольше и есть поменьше. Там другие продукты немножко. Поэтому у кого есть желание помочь, сделать доброе дело и получить огромнейшую посылку с сюрпризом, шикарными продуктами, переходите внизу по ссылочке, и 40% от каждой коробочки будет перечисляться в благотворительный фонд деткам с онкологией в помощь. Поэтому вот такая вот красотища мне вчера пришла. Александр мне лично доставил ее домой. И привет, Александр, вам, вашей жене и малыша вашего обнимаю. Спасибо за ваше добро, за помощь и за поддержку. Очень добрый и позитивный молодой человек. С удовольствием приду на встречу. Пригласили меня 4 октября на встречу. Будут подводить итог и передавать все вырученные деньги с этой акции. До 30 сентября, по-моему, будет длиться акция, поэтому успейте заказать, если хотите получить такую коробочку и сделать доброе дело. Вот, всем хорошего настроения, творите добро, делайте добро, оно вам вернется в 40-кратном или не в 100-кратном размере. Поэтому люблю вас всех, вы мне очень классные, и пока-пока. Мне подарили тоже вот таких вот на бьюти-тематику очень много журнальчиков. Вот, Your Hair. Я когда училась в университете, мы покупали эти все журналы. Косметолог тоже. Так, это не отсюда. Вот, Niles. То есть, ну, в общем, очень много разных журнальчиков. Классно почитать будет. Зеркало моды тоже покупала. Здесь, вот смотрите, даже подарочек идет. Губка для умывание, я так поняла, или мочалочка какая-то мыльная. Вот, в принципе, вот такие вот ощущения у меня. Доброе утро всем. Смотрите, буду варить малышу компотик Максиму. Здесь у нас виноград
красный, виноград белый, яблочко, ежевика и малинка. И здесь у меня стоит смузи. Смузи я сделала, сейчас покажу еще. Вот. Здесь у меня вот такое вот печенье. Топленое молоко называется. Ежевика, малина, два банана и стакан молока. Поэтому такой вот сытный получается смузи. Я обожаю просто смузи. Кстати, стаканчики по 9 гривен в АТБ по четвергам. За что я люблю АТБ? За то, что они делают офигенные такие мелочи, вещички. 9 гривен у нас. Хлеб стоит 9 гривен. Обалденного качества, красивые такие, знаете, для смузи вообще шикарно подойдет. Вот, в общем, сейчас буду ставить компотик Максиму и буду с мамой пить смузи. Поэтому вот такие вот делишки. Так, всем привет, готовлю сейчас ужин. Ну и завтрашний обед. Я хочу запечь картошку в горшочках с перчиком, луком, грибами. И помидоркой. Ну, еще куриное филе тоже добавить, просто чтобы мясо было. Поэтому вот, нарезала я уже картошечку. Добавляю немножечко. Немного. Мяска в каждый горшочек. Буквально. Чуть-чуть. Дальше добавляю чуть-чуть лука. Совсем немножечко. Тут одна большая луковица домашняя. Порезана на 4. Здесь будет 5 горшочков. Пока 4. Я вот сделала 4, еще один свободный. Поэтому оставлю место. Вот. Добавляю помидорку. Это помидор домашний, желтенький. Он очень сочный, очень вкусный, сладкий. А это получится как соус томатный, наверное. Пустит водичку и картошечек. Так, добавила я уже немножко грибочков в каждый горшочек. На вкус, смотрите, как вам нравится. Я обожаю. Я последний раз такие горшочки готовила, наверное, года 2 назад. Мяско осталось Максиму на супчик. И на один горшочек оставила всех ингредиентов. Добавлю еще немножко грибочков. И сверху все посыплю сыром. Благо у нас дядя из командировки привозит большие головки сыра и делится с родными. Поэтому у нас сыр часто бывает дома. Поэтому с удовольствием посыплю, то есть потру сверху сырочек твердый. Для того, чтобы это все получилось как в кляре сырном. Вот, сейчас нарежу еще один пустой горшочек и покажу вам, что получилось. Так, ну что, сделала я уже 5 горшочков. А здесь у меня картошка, грибы, лук, перец болгарский домашний и домашние помидорки. Вот, во всех одинаково. А еще куриное филе внизу тоже. И натерла я уже сыр. Сыра буду немножечко. То есть я посолила это все. И вот сверху выкладываю сырочек. Немного, просто чтобы был такой вот, знаете, мягкий кляр. Духовку я уже разогрела на 200 градусов. Обогрев с двух сторон. Я всегда так делаю, чтобы пропеклось и прожарилось все хорошо. Вот, в принципе, все. Написано еще, то есть кто-то делает, например, майонезом или сметаной сверху, но я так не делаю. Потом просто можно добавить, если что. Вот, и сейчас залью немножечко соленой воды. Вообще совсем чуть-чуть, чтобы не перегорало мясо с картофелем. Так, ну что, вот такая вкуснотища у нас получилась. Все хорошо пропеклось, прожарилось. Внутри, смотрите, сока куча.